Мы сами не поймем, вы понимаете, мы здесь и думаем, ну почему мы, вот Шевченковский район, почему он страдает больше всех? Мы ничего не видим здесь, никого не видим, ничего. Почему? Нас напугать? Ничего нет, ничего абсолютно нет. И вот здесь предприятия рядом, ничего у них нету. И вот здесь эти предприятия, ничего. Здесь мы мирные, нас было сколько? Три жильца. Выскочили. Соседка кричит, выбегайте прятаться. Ну, спрятались в этом домике. С 2 часов ночи до 5. Ну все, разбитое. Услышала взрыв и не думала, что это на нашей даче. Утром позвонила соседка, я прибежала сюда и такой ужас видела. Все в песке, все в стеклах, все в шифере. Тут сразу же начали бегать мужики, спрашивать, ты жива, ты жива? Вот, с той стороны прибег сосед, с той стороны прибег сосед. На той даче дерево прилетело откуда-то, сломало яблоню и грушу вообще.